Это тоже очень важно, потому что в конце вечера у детей есть очень много вопросов, с которыми родители могут помочь и объяснить. Главное, чтобы основные функции семьи сохранялись при этом, да. Ну, можно выходить куда-то в кафе, вместе проводить время на природе, но вечером, к сожалению, у всех графики, неотложные дела, еще что-то, у детей секции, поэтому это не надо на этом зацикливаться, надо просто жить дружно. Конечно, обязательно в этом и есть, заключается, как говорится, семья. А как же, как раньше, в старину-то все семьей садились не только за ужин, а за обед. Это обязательно, да. Семейный совет отсюда вот тоже, как говорится, идет. Обязательно, да. Ну, если есть такая возможность, но я не считаю это обязательным фактом. Так как у всех разная работа, разные, как бы есть и сменная работа и так далее и тому подобное. Не обязательный факт, но желательный. Считаю, да, конечно. Прекрасно, когда все собираются за одним столом и ужинают вместе. Я думаю, что сейчас в современном мире как бы мало времени удается вместе проводить, а это совместный ужин, обеды — прекрасная возможность побыть вместе немножко. Я считаю, что иначе никак. Это же здорово ежедневно быть вместе, потому что все работают, а вечер — это как вариант побыть вместе еще больше, еще дольше. Обязательно. Мне кажется, это очень сближает, да. Думаю, да. Думаю, здорово, если это делается и за завтраком, и за ужином. В идеале, конечно, это бы было очень круто, это вместе собираться за ужином. Об этом, наверное, все мечтают. Ну, если есть такая возможность, то, конечно, хорошо бы. Целый день не виделись, вечером сесть, всем поужинать, пообщаться, как прошел день, поговорить обо всем.